Театр как родной дом. Мир спектаклей для сына Юлии Конегиной открылся в Самарской площади. Здесь он увидел первую в своей жизни постановку. Сама Юлия ходит в этот театр уже больше 10 лет. В этот раз она пришла на открытие 33-го сезона Самарской площади. Мне кажется, это такой уютный, домашний, теплый театр. Я всегда хожу сюда с удовольствием. Многие спектакли мы ходим и повторно, то есть с семьей, и с сыном, и с друзьями. Мы открываемся, слава богу, не премьерой, потому что по прежнему опыту мы поняли, что открывать сезон, да еще премьеры, это крайне тяжело. Поэтому мы открываемся спектаклями, которые мы уже обкатали. Я не то чтобы волнуюсь, скорее даже наоборот, я вот для меня такая полная жизнь начинается, когда мы начинаем играть. Сезон открылся спектаклем «Человек из Подольска». Это смешная и отчасти абсурдная постановка. Или просто госпожа. Госпожа Марина. Во! Госпожа Марина, это порнография какая-то. Будьте серьезнее! Главный герой – редактор подмосковной газеты. Он оказывается в полицейском участке и уже ждет для себя самого плохого. Вместо этого полицейские говорят с ним о его жизни, увлечениях. Начинаясь как комедия, спектакль затем превращается в тяжелую историю о загубленной человеческой жизни. Говорит о том, что надо смотреть по сторонам. Жизнь идет мимо, а мы все в гаджетах. Мы не знаем своего города, мы не знаем своего соседа. Нам это все равно. Мы показываем полицейских хорошими, добрыми, порядочными людьми, которые хотят сделать наш мир лучше и, соответственно, человека лучше. Спектакль был отыгран на бис. Зал аплодировал стоя. Впереди, у Самарской площади, любимые горожанами спектакли и целых 3 театральных фестиваля. Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов, «События».